Привет, с вами Андрей и коротко о новостях сегодня. Участники скандала с дракой возле Красной площади в Анапе все еще расклебывают последствия и подливают масло в огонь. 19 февраля несколько молодых людей от 19 до 23 лет хамовато вели себя на фудкорте торгового центра. Брань и шум, доносившиеся от компании, очень раздражал остальных посетителей, которые, к слову, были с маленькими детьми. В итоге один из родителей решил приструнить излишне самоуверенных парней, а те не прислушались и решили доказать свое превосходство. В итоге скандал, который начался в помещении, перерос в драку на улице. Происходящее сняли на камеру и опубликовали в сети. Видео разошлось по местным пабликам и вызвало однозначное осуждение. Следом в интернете появился видеоролик с извинениями парней за неблагопристойное поведение. Общество простило. Казалось бы, инцидент исчерпан, но нет. Новое видео снова вывело тему в топ обсуждения в Анапе. На кадрах один из участников драки стоит с извинительным плакатом «Я негодяй» возле торгового центра «Красная площадь». Одиночный пикет извинений анапчане уже восприняли не так однозначно. Часть пользователей посчитали новое видео торжеством справедливости, мол, хотели, хайпануть получили. Другие же назвали происходящее на видео явным перебором. Мусороуборочная компания City Crystal вместе с управлением ЖКХ администрации разбирают стихийную свалку бытового и строительного мусора в промышленной зоне рядом с хутором Воскресенским. Работы предстоит много, только за один день вывезли около 100 кубов мусора. И это только начало. Печально, что горы отходов оставляют сами жители. Анапчане бьют тревогу. 23 января во время действующего экстренного предупреждения о непогоде на курорте произошел сильный шторм. В результате разгула стихии уже после обеда жители курорта стали свидетелями экологической беды на пляже. На берегу прохожие увидели много погибших и покалеченных птиц. Анапчане сфотографировали ситуацию, опубликовали снимки в сети и призывают орнитологов, ветеринаров и всех неравнодушных людей вмешаться и спасти пострадавших пернатых. Подписывайтесь на наш канал и социальные сети. Все самые актуальные и интересные новости на сайте anapa.life.